И всем привет, с вами Росикс, и сейчас будет ультимативный гайд, как легко заработать каждому, абсолютно, без вложений, ничего делать не нужно, никакие документы отправлять не нужно. Давайте теперь я вам расскажу сначала кратко, а потом, скажем так, чуть менее кратко, но также очень быстро. Давайте сейчас вот застопьтесь, подумайте, сможете ли вы с помощью этого заработать, просто вот предположите. Окей, давайте, идем дальше. Смотрите, что вы делаете. Заходите по ссылочке в описании в BullX. Туда по-другому, как не по ссылке реферальной, не зайти. Хорошо, вы туда зашли, что дальше? Теперь ваша задача — это привести туда рефералов. Окей, а как их туда привести? Что такое BullX? BullX — это децентрализованная биржа. Ну, скажем так, условно ее копия децентрализованной биржи с наворотами, такими как продажа лимитными ордерами и многое другое. Просто удобство. То есть, смотрите, это готовый продукт, куда ваша задача — привлечь клиентов, пользователей, кто будет торговать. Притом, это максимально легко, потому что это топовый проект, он гораздо удобнее, чем DEX. Ну, давайте кратко вам объясню. На DEX вы вручную продаете, покупаете по цене, которая находится в данный момент. Здесь же вы можете купить ту же монету, что и на DEX. Но, например, лимитным ордером — это то есть купить, например, поставить ордер, купить дешевле, а потом продать дороже, поставить, то есть по цене, которая дороже, чем сейчас. На щитках это очень удобно. Хорошо. Теперь начнем более долго. Итак, что вы делаете? Заходите по ссылочке в описании и регистрируйтесь в BullX. Вот такая вот реферальная ссылка, вы по ней зарегистрировались. По ссылочке, хорошо. Потом заходите вот сюда. Здесь будет ваша реферальная система. Здесь будет ваша таблица, сколько вы когда заработали, да? Смотрите, клеймится от 25 центов. Что еще добавить? Тут главное — это игра в долгую. То есть, например, я сейчас понимаю, что у меня 67 рефералов, что не так уж много. Но загляните ко мне через месяц, будет уже больше. Загляните через год. И так далее. То есть, смотрите, наша задача, вот у вас поначалу может быть, да, мало рефералов, вот как у меня, то есть их было мало, но постепенно это имеет место, накапливающийся эффект, как привлекать людей. Допустим, вы скажете: я лох, я тупой. Да, может быть оно и так, но нужно работать с тем, что мы имеем. Хорошо, просто наберите, как скачать OBS видео, и сделайте видосик, краткий гайд по BullX, как торговать. Привлеките людей. Может, у вас есть друзья, кто торгует на DEX, а еще не пользуется BullX. Например, вот я раньше был таким человеком. Окей, идем дальше. Как тут получается прибыль, сколько я заработал, какой мой опыт и какой мой план. Смотрите, мой план — это просто снимать обучающие видосы. Притом, я снимал довольно посредственного характера эти гайды. Вы можете посмотреть их на моем канале. Там, скажем так, у меня не поставлена речь, у меня нет сценария, у меня нет какого-то движа видео, да? При этом я благодаря этому, вот я открыто все показываю, я заработал 157 долларов. Много ли это? Для кого как? Для меня достаточно мало, да? Но я вижу в этом перспективу. Я вижу, что если идти и увеличивать темп, то любое препятствие ломается. То есть, смотри, 67 рефералов, да? Вот у меня были дни, например, когда, смотрите, подряд по 10 долларов плюс. Я понимаю, что это возможно. У меня есть друзья, кто получает гораздо больше, чем я с BullX в день, притом стабильно. И то есть, смотрите, наша задача — просто усреднить вот эту цифру, чтобы она была примерно все время одинаковой. Что для этого нам нужно? Первое — это большое количество пользователей, то есть большой разброс. Если, допустим, кто-то там забухал, кто-то там умер и все остальное, чтобы у нас оставались люди, да, которые торгуют, а именно рефералы. Все. Я буду так делать, то есть смотрите, я заработал чуть-чуть, понял, что это действительно возможно, что действительно выводится, это клеймится. Тогда я просто буду, первое, увеличивать качество видео, какой-то монтаж делать больше и так далее. То есть вот таким образом вы также сможете начать, допустим, вот как я, просто начать делать такие глупые, простые видосы, да,
просто по друзьям позакидывать. Потом посмотреть Rush, пришли 30 баксов, да нищих каких-то 30 долларов. Но, вы можете подумать, типа, спустить их на Макдональдс один раз, да, там, ну, два. Или заказать у монтажера видео за 30 долларов. И, возможно, вот это видео, которое вы за 30 долларов купите, только за один день вам принесет 20 долларов. А ведь еще будут следующие дни. Регистрируйтесь по ссылочке в описании в BullX. Пишите потом, что у вас будет. Даже вы знаете, как сделаете? Вот смотри, ты досмотрел до этого момента видос. Вероятнее всего, ты даже не начнешь. Просто вот для себя сделай. Для себя, да? Это же деньги ты заработаешь, не я. Ты для себя сделай. Что я приду сюда через месяц и скажу, какой у меня результат. Давай, сделай. Или ты скажешь, что вот сегодня у меня уроки, работа, жена, дети. Хорошо. Пока ты будешь так думать, я буду зарабатывать на BullX каждый день, пока я сплю. Да, я буду зарабатывать в какие-то дни 3 доллара. В какие-то 20, в какие-то 15. Но при этом я один раз заснял видео, а все остальное время деньги мне приходят просто так. Не то ли это, о чем ты всегда мечтал? Не то ли это то, что я преподнес тебе на блюдце? Я думаю, ответ очевиден. Это именно то. За нас, вас и мою рефералочку.